Всем привет, ребят! Сегодня у нас, думаю, будет отличный ролик под коллекционера на аккаунте моего подписчика Александра с ником Midnai. Не знаю, что он означает, честно говоря. Смотрим его аккаунт. Аккаунт донатный, 503 тысячи доната. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что у него за герой. Сначала глянем, что у него за гильдия. Если мы, конечно же, ее, как обычно, найдем. Да, вот она там где-то вдалеке. Так, гильдия российская, вот так вот. Вайбер 791 1139 881 4. Босс 2130. Пропуск БГ Кик. Атака фортов 20.00. Атака фортов. Первые места битвы гильдии 3. Ну, это нормально. Так, отметились за него. Аккаунт у нас донатный. Что интересного есть? По волнам не очень. Ну, силы, в принципе, не особо много. Наверное, новый аккаунт. Смотрим. Стрелок. Так себе, отлично, отлично. Отлично. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Герои хорошие, если сравнивать с другими. Видно, что аккаунт из последних где-то, потому что есть такие герои. Так, ну, все как бы отлично, более-менее. Сейчас посмотрим, что у нас по подземкам творится. Шестые не зафармлены, пятые только фармят. Фига себе. Да ладно. Тут уже седьмые можно было, наверное, зафармить. Так, окей. Окей, смотрим. Нужен Анубис, Афина и Ронин. То есть все обычно, все по стандарту. Пробуем сейчас рельнуть под Колю. Сегодня неплохой Коля у нас, даже топовый, я бы сказал. Так, ворожей, ну ворожей у него уже. Так, а кому можно будет талантик пристроить? Грину как вариант. Бигфуту, да, надеюсь, он Бигфуту поставит, хотя я ворожей бы все-таки менял. Так, окей. Поехали. Анубис, Афина, Ронин. Химера. Сразу же нам упала. Одержимый. Коробочку получили. Леди Лео. Отлично. Ну, нам надо они. Бигфут. Ведьма. Так, слоты на склад. Малышник. Триантик. Ворожей. Не хочет по 150 нам давать. Плохо, был еще один аккаунт. К сожалению, не смог я зайти. Получился бы очень-очень отличный батл, как всегда. Как не всегда, как последнее время, точнее сегодня. Трэш полный. Так. Тыква. Ну, как-то такое себе. Еще один Бигфут. Смерть. Для такого аккаунта это все такое себе, потому что здесь донатных героев хватает. Пара, тыква. Блин, вот хреново рулить, когда не хватает конкретно чего-то. Призрачный всадник, медуза. Фея. Стрелок, который уже в топ прокачан. Я уже не радуюсь просто стрелку и многим героям. Паладин. Топовые герои, конечно, падают, но... Что вам сказать? Вы, в принципе, так сами все видите. Фрэнки. Блин, надо всего лишь три героя. Три. И ни один из них не падает.
Жесть полная. Бульдозер. Да, издевательство, короче. Череп. Душек ниндзя. Дед Мороз. Еще один одержимый. Ну, такое. Такое, короче, ребят. Не знаю, не знаю. Забрал я ему эти плюшки практически все. Думаю, оставим его под Колю, потому что надо... Надо будет что-то придумать. Однозначно. На рынке тут ничего интересного вообще нет. Он все позабирал. Видимо, недавно создан аккаунт. Ну, интересно по ID-шке посмотреть. Да не, вроде. 1.6. Давний аккаунт. Странно, очень странно. Так. Ну что, давайте, пока у нас есть еще возможность. Пока там еще не все проснулись. Сейчас я кое... что ему попробую сделать. Блин, уже захрипаю с этими роллингами. Кончится можно, сколько всего сегодня было. Да, с рунами у него, я вам скажу. Возможно, у него и проблемы. Странно. Как-то все так странно. Ну да ладно. Места нет. Ну ладно, Минотавр. Че он эмблема не наделает, тоже не понимаю. Это странный аккаунт. Это читерный аккаунт. С такими героями, блин. Конечно, Анубиса нет. Но все же. Да, видимо, недавно начал играть. Тыковка, видите, еще даже не докачана толком. Но Минотавр, блин, огонь. Рая есть. Малая эволюция очень. Так, Купидон. Даже так, Гаргул пусть будет. А, тут даже не ворожей есть тоже. Как-то не знаю, даже хранитель тыква. Так, место... моему одержимого выбери недостающего, что ли? Да ладно, не поверю, что здесь одержимого не было. Так, ну, сейчас секунду зайду в судьбу, не помню, конечно, где он там. Не, есть у него одержимый. Короче, в общем, не знаю, какой-то... Да, вот он, писец, а не аккаунт. Как-то так все. Мне очень странно, почему он подземки не проходил. Это ж просто жесть. Более с такими героями. Ну ладно, там нету у него Анубиса, но то такое... Что такое? Должен быть просто один удар Минотавра, и все должно разлететься. Так, что-то я разогнался. Давно я уже в подземках не был, хотя говорил, никому не буду их проходить. Так, ну этот аккаунт мы однозначно на Колю заберем. Я его себе запишу. Будет что-то интересное, заберем. Так. Раз, два.
Жизнь, боль. Ладно, у нас самики еще есть, можно восстановиться пока. Да, как-то на фоне всего, что сегодня было, конечно, нападало ему, ну, неплохо, но могло быть поярче на 50к все-таки. Так, раз, два. Да блин, запарил меня этот. Все, короче, мы не сможем еще разок пройти, походу. Туплю уже под вечер, под конец. Так. Но надо же иногда потупить. Так, попробуем вот отсюда забежать. Но Минотавр ударь раз. Отлично. Ну все, у нас кончились самики. Может здесь? О, отлично, у него еще есть. Это, ребята, еще не конец. Так, мы отсюда все забрали, да. Так, 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 так. Так, что тут у нас тут череп есть. Попробуем так вот разогнаться сейчас. Ну. Ну где удар этот был? Ну что такое? Что за подстава такая-то, а? Жесть. Я так надеялся, что Минотавр ударит. Мое у него на максимум прокачано, в принципе. Самикам не хватает только. Да, батл роллинг был бы поинтереснее. Все-таки мне понравилась эта тема. Надеюсь, вам тоже понравилась эта тема. Ну, не сейчас, к сожалению. Раз, два, три, четыре. Отлично. Постараемся по минимуму сливать. И, возможно, что-то да у нас да и получится. Так. Так, раз, два. Ну, видите, даже тыковка восьмерка у него здесь будет тащить. Так, 41, 42. Ну, огонь, огонь просто. Так, 80. Хотя можно было и дальше бежать, ну да ладно. Лучше попробую еще один-два раска тут. Так. Разгончик есть, все есть, все отлично. Он уже давно должен был даже шестые зафармить. Почему так? Просто не знаю. Так, раз. Два. Провтыкал я немножко по времени. Так, черепка заморозили. Ну где удар, Минотавр? Что это такое? Что за подстава? Еще один удар нужен. Да блин, вот так вот затащили мы ему все-таки пятерочку. Всем его поздравляю. Сейчас попробую еще 6-1, если получится, потому что она тоже тяжелая. Ну а с вас лайкосики, как обычно, за прохождение. Так, ну попробуем тут снизу. Конечно, тут вариантов особо много нету, но да ладно, поехали. Блять, называется, прошел. Так, 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 сейчас. Случайно магию хотел нажать, не на то нажал. Хорошо, вот никто не сдох.
Надо сейчас увеличить. Так. Да что такое с тобой-то, а? Сейчас еще попытки кончатся, наверное, ко всему. Это будет смешно. Так, ладно, давайте. Да, блин! Вот видите, как плохо. Вот чем мне Nox не нравится, когда увеличиваешь из-за биндина клавиши у тебя. Ну, хоть у него есть проблемно. Ладно, попробую так, не буду ничего делать. Два. Выпустил всех. Заморозил. Ну, да ладно, 50 есть. Ну, тут с такими героями, в принципе, все, дальше будет полегче. Все, поздравляю с подземками хотя бы и с героями. Тоже, в принципе, топовые, но, к сожалению, рандом был не на твоей стороне. Посмотрим, что будет дальше. Все, подписывайтесь, лайки. Всем пока.